знаешь, никакой особой перспективы сейчас, по-моему, нет. Вот это у нас, мне кажется, Крымский мост, хотя я могу ошибаться. Вот это в центре кадра элитный дом, который делал обзор Майя Луткова. Там вот окна светятся, можно было бы на камеру зумом туда приблизить. Но ты хрен с ним. Что там такого не увидишь. Голую богачку? А чем голая богачка от голой крестьянки отличается? Кстати, что касается эротики, то я предпочту в деревне где-нибудь, чем в каком-то элитном месте. Так, ну вот здесь у нас какая-то вон там вот эти ворота парка культуры. Да-да-да. А от парка самого этого входа в парк культуры еще почему-то до метро парк культуры еще хрен знает сколько кандыбать. А на такси я деньги тратить не намерен. Пойду-ка я в туалет зайду.